мы шоколадного Мишку в следующей серии обязательно, ребята, с вами откроем. А вон Мишка карьеришка был, смотри, я видел. Но он что-то так был, что мы его не споймали. Бочки. Да, Дуда, Дуда. Да, Дуда, плей. Дуда, плей. Всем привет, ребята, вы на канале Дуда Плей, мы играем в Бурито Бизон. И ананасовый шлепок есть. Получил шлепок. Хорошо. И наша девочка, ананасовая девчулька, побеждает. Давай, давай этих желейных мишек. Ой, нет, нет, нет. Скорость, скорость теряем, ребята. Да, мы не смогли пробить стену, потому что я... А, что такое? Внезапная распродажа. У тебя есть еще 19 минут, что воспользуюсь клевым редким предложением. А, нет, спасибо. Нет, спасибо, играем дальше. Мы заработали немножко денег. Всего у нас 500. Что у нас тут такое открылось? Типа, купи что-нибудь. А что можно купить? А, ладно, это нам ничего не надо. Ладно, иди, играем дальше. Так, нам нужно Бертаника стукнуть. Опа, на, получи. Хорошо, теперь я понял, куда его надо бить. Наверное. Давай, давай, Бизончик, давай, ты чего? Не теряй силы. Прыгай, хорошо. Есть. Увеличил. Денежки, денежки. Есть. 80 монеток. Ракетка. Ракетка. И удар. О, мы пробили. Пробили стену. Теперь вот этих желейных мишек. Золотые желейные мишки. Давайте. О, давай, давай, давай. Еще одного. Еще одного. Еще одного. Нет. Не смогли мы еще одного убить. Ну, ничего страшного. Ух ты. 800 монет. Офигеть. 800 монет. Это хорошо. Так, стукнем мы тебе сейчас. На, получай. Нет. Не получил он, конечно, но ничего страшного. Прыгай, 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 девчулька. Ой, давай этого. Нет, не получилось. Все равно не хватает у нас прыгучести. Ракетка. Опа, прыжок, еще один прыжок. Давайте, где у нас мишки? Пробьем стену, пробьем. Нет, не пробили. Ничего страшного. Монеток у нас 2500. Но нам нужно хотя бы монеток. Монеток хотя бы 6 или 7 тысяч лучше. Вот тогда мы что-нибудь докупим. Интересно. А в магазине покупать можно много чего интересного. И я еще много чего не открыл в этом магазине. Давай, Бизончик, прыгай по этим мишкам. Пробили. Хорошо. Давай, давай, давай. Хорошо, давай, давай, бей их. Бей этих монстров. А, в капкан залезли. Ай-яй-яй-яй. 500 монет, 600. 600 монет тоже весьма неплохо. Даже очень хорошо. Так, сейчас мы его стукнем. Вот, молодец. Лети, лети вперед. Такая скорость мощная, смотри. Давай, 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 давай. Вот, хорошо. Прыгай, прыгай. Ракетка. Опа, жвачка, жвачка сверху летит. Пробили. Хорошо. И здесь мы будем вот этих мочить... Желтеньких желейных мишек. Ой, ракетка. Да, до ракетки мы не допрыгали. Но заработали мы зато монетки. Сколько монеток? 700. Нормально. Неплохо. Так, давай его стукнем. Хорошо. Ой, чуть-чуть осталось, чтобы его добить. Вот такой Бизон у нас мощный. Мы его будем прокачивать. Он у нас вообще мощный-мощный будет. Опа, взрыв, ракетка. Так, давай-давай, прыгаем-прыгаем. Отлично. Вот давай-давай, пробьем. Пробили стену. Желейные мишки золотые, медовые мишки. Давай, медовые мишки. Ой, давай, прыгай. Ракетка. Опа, хорошо. Давай-давай, еще какую-нибудь ракетку бы там. Так, там ракета какая-то сверху, но мы ее не видим. Она очень высоко. Высоко находится. Сколько? 900. 900 монет. Вот, это очень хорошо. Так, давай. На, получи. Последний удар. 280, смотри, мы заработали сразу, да? Ой, какая ты молодец. Прыгай, прыгай, прыгай. Вот это скорость, я понимаю. Давай, пробили, отлично. Желейные мишки, медовые. Ой-ой-ой, о, ракета, круто. Давай, еще, еще, прыгай. Ух ты, давай, давай, давай. Молодец, бомбочка. На бомбочке мы не успели, но мы прыгнули прям в капкан. Да. Сколько? Тысяча. Почти что 2000, прикинь. Круто.
Так, теперь этого стукаем. Ой, молодец, отлично. Бизончик, ты молодец просто. Прыгаем теперь по этим желейным медведям. Почему они не розовые, я так и не понял. Почему они голубые? Ну, ничего, мы сейчас... О, пробьем стену. Все, смотри, мы прям с легкостью уже какой раз пробиваем вторую стену. О, первую стену, да? Но здесь мы много чего не можем добиться. Пока. Пока что. Будем улучшать. Сколько? 1000. Ух ты, открылся магазин. Давай посмотрим, что здесь мы можем купить. А здесь мы можем купить клевер удачу за 7500. Лакомство будет появляться чаще. Хорошо. А потом она стоит 56. Офигеть, 56 тысяч. Фига себе, 56 тысяч. На, получи. Нет, мы его не ударили. Ну ладно. Так, давай, железные мишки. Смотри, какая скорость бешеная, да? Во! Давай. Скорость хорошая. Не снижай темп. Ракетка. Ах. О, перчаточка. Любимая моя перчаточка. Вот, пробили стену. Желейные мишки идут у нас. Медовые. Давай. Вот этого еще. О, и тут куча. Ах, да нет. О, удача. Перчатка. О, это хорошо. Это очень хорошо, чтобы перчаточку. Бомбочка. Давай, прыгай дальше. Денюшка. Ах, профукали мы денюшку. Бомбочка, здорово. Ух ты, была перчатка сзади. Может быть, она успеет, нет? Нет, а перчатка почему не доходит? Она уже, если она прошла, то она все пропала, да? Ее больше не будет. Новый рекорд мы пробили, 1400. Хорошо, ух ты, у нас уже 3000 денег, офигеть. На, получи. Вот это удар был. Бизончик, ты молодец, смотри какой. Какой ты быстрый. Короче, ситуация такая. Бизон, вот это, да? Бурито. Получается, он играет в боях, не знаю, без правил, наверное. И он выиграл книгу поварскую какую-то. И пошел в магазин покупать ингредиенты для нового рецепта. Но, когда он пошел уже на кассу с новыми продуктами, да, которые он там купил, так получилось, что его книгу кто-то украл. Украл какой-то повар. А и мишки вот эти все желейные стали из магазина выползать, взрываться из коробок, из пакетов, да? 2000, нормально. И он пошел, значит, спасать мир. На, получи, Гарри, в бабочке. И этот тоже, у него есть помощники. Помощники, вот эта девчулька, и там еще один будет помощник, третий. Мы его пока не открыли, но скоро откроем. И еще с третьим помощником. И у каждого от этого помощника, получается, свои какие-то сверхспособности. Вот девчонка, она, видишь, как прыгает. У нее еще есть такая веревочка. Вот это вот. Ой, я врезался в этого гада. Да, а у третьего помощника я не знаю, что будет, но мы посмотрим обязательно. Так, 1600, нормально. По идее, мы что-то можем открыть еще интересное. На, получай. Все, мы Гарри уничтожили. Получили 160 монет, нормально. Я, конечно, бы еще бы увеличил бы, чтобы получать монетки в два раза больше. Но стоит 56 тысяч. Это очень дорого. Да, смотри, стена нам помешала. Мы получили такую штуку классную. Перчатку. Да, все, не можем больше прыгать. Давай еще немножечко. Все. Ой. Так, что у нас тут получается? Сколько монеток мы заработали? 1000. 8000. У нас открылся магазин. Давай посмотрим, что мы можем приобрести. А, можем реактивный удар. А знаешь, что я хочу? Я хочу вот этого открыть. Шоколадового зайца. Он стоит 15 тысяч. Ну, какие-никакие деньги. Я думаю, мы накопим. Накопим деньги. Нормально будет. Ничего страшного. Бомбочка. Вот это я не... Вот бомбочка на этом попугая. Что-то я его не могу никак словить. Да, скорость нормальная. Давай. Пробиваем стену. Мощно. Вот. И теперь вот этих медовых желейных мишек мы сейчас будем мочить. Ой, давай. Еще немножко. Алло. Бомбочка была так рядом. Но не получилось. Ничего страшного. 8000. Нет, мы пока купим на шоколадного зайца.
Получай. Чуть мы его не, это самое, не шлепнули. Ну ладно. Давай, буритока, давай, давай, давай. О, ракетка, ракетка. О, вот это лучше. Перчатка, перчатка интереснее. Ох, и деньги, смотри, схлопанули. 20 монет, офигеть. Вот это скорость, смотри. Нормально. Давай, давай, вперед. Ой, давай, давай. О, давай, 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 бомбочку. О, хорошо. Монетки. Круто, круто, круто. 600 монет уже собрали. 700. Ой-ой-ой. 702 монеты. 700 монет. А, используй свой реактивный... чего там реактивный? Так, курации. Увеличивает свою силу взлета, когда ты ударяешь противника и наносит ему больший урона. Хорошо, так урация. И еще, кто там у нас? А, нифига, мы сундук открыли какой-то волшебный. 3750. Офигеть, нифига, сколько денег заработали. Ага. 1200. Что-то мало. Ух ты, тотал 13 тысяч. Слушай, сколько стоит шкала заяц? А, он 15 стоит, да? Не хватает. А у этого чувака есть открылся. Мишка-карьеришка. Вот какой. Они верят, что такой звезде, как ты, место на небе. И они тебе в этом помогут. Ну, давай купим его. Ах, я хотел же другое купить. Ничего страшного. Попробуем, посмотрим, где эти мишки-карьеришки. Есть ли нет, или нет их. Ох, какой удар хороший. Молодец. Появились мишки-карьеришки. Где они там появились? Я их что-то вообще не вижу. О, прыжочек. Есть. Нифига какая скорость. Офигеть. 107. Пробиваем. Смотри, как быстро пробили. И тут, смотри, какая скорость, да, бешеная. Во, нормально. Вот это мне нравится, слушай. Прям нормально, нормально. Ух ты. Давай вот этого бочку. Опа. Опа. Ой, прям замечательно. Давай вот по этим жвачкам прыгаем. Ух ты, есть, есть. Еще одна жвачка. Нет, не попали. Ох, нифига, какая стена здесь мощная. Мы ее вообще не смогли пробить. Полицейский надзор. Полицейский надзор открыт. Теперь ты можешь улучшить способность полицейский надзор в магазине. Хорошо, спасибо. Новый рекорд мы побили и заработали аж 2500. Что весьма неплохо. Что весьма неплохо, и мы будем дальше зарабатывать деньги, копить их. И мы шоколадного мишку в следующей серии обязательно, ребята, с вами откроем. А вот мишка-карьеришка был, смотри, я видел. Но он что-то так... Был, что мы его не споймали. Бочки. Бочки тоже мы не успели открыть. Ладно, дальше. Давай, бизончик. Беги, беги быстрее. Во. Давай, 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 давай. Сколько? Сможешь ты быстренько пройти здесь чего-нибудь? Ой-ой-ой-ой. Все. Все, сила закончилась. Он устал, упал и все прочее. Ну что ж, дорогие друзья. Открыли мы 1000 еще. Но заработали нормально. Ну что, дорогие друзья, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока. До новых серий.